Западный кинематограф готовит ответ российским режиссерам. Иностранные кинодеятели намерены снять фильм в космосе, чтобы повторить опыт картины Клима Шипенко «Вызов». Главная роль достанется американскому актеру Тому Крузу. Режиссером станет Дуг Лайман. Известно, что в съемках работы окажут содействие компании NASA и SpaceX. Напомню, премьера снятого на МКС фильма «Вызов» запланирована на 12 апреля 2023 года. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий и другие актеры.